Меч Карагула Би, оружие Есет Батыра, камча героя Советского Союза Идриса Ургеншпаева. Эти и многие другие уникальные вещи выставили в Актюбинском историко-краеведческом музее. Ценные экспонаты привезли из хранилищ Шалхарского районного музея. Всего в нем хранится более 10 тысяч исторических материалов и археологических находок. Благодаря акции «След в истории» актюбинцы и гости города смогут увидеть самые интересные экспонаты всех музеев области. Мы привезли инструменты мастера зергера Кенеса Орынбаева, немного старинной посуды со святых мест. Фонд районного музея активно пополняется благодаря местным жителям. Они многое приносят, наиболее ценные мы выкупаем. У нас есть такая возможность.